Ключи от квартир в малоэтажном комплексе ЖК «Рублевский» получили 12 выпускников муниципальных детских домов и приемных семей Одинцовского района. Глава района Андрей Иванов осмотрел жилье новоселов в первую очередь. Он остался доволен тем, как районная администрация совместно с застройщиками подготовили жилье к комфортному проживанию. Это такая стартовая точка для создания своей семьи. Когда есть жилье, есть угол свой, проще заниматься и поиском работы, и развиваться в дальнейшем, ничего не тяготит. И для них это, конечно, такое вот, жизненно знаковое событие. Однокомнатные квартиры куплены за счет средств бюджета Московской области. По программе губернатора за последние 2,5 года уже выделили 30 квартир на сумму более 10 миллионов рублей. Комфортабельные жилые студии находятся в 1,5 километрах от МКАДа и расположены на последних этажах малоэтажных домов. Застройщики не стали делить пространство стенами, и при этом им удалось организовать сразу несколько зон – кухонную, гостиную и спальную на втором этаже мансарды. Приятно то, что те люди, которые сделали взрослые для ребят комфортные условия, это ЖК «Рублевский», да, строители, они приложили массу усилий для наших замечательных ребят. А жизнь, я считаю, после этого должна быть супер успешной. Здесь создали все условия для того, чтобы ребята сразу заехали и стали полноценно проживать в собственном жилье. Продумано все до мелочей. Современная мебель, бытовая техника, постельное белье, гигиенические принадлежности и даже продукты в холодильнике. Укомплектованы квартиры за счет районного бюджета. Новоселы остались безмерно рады и с нетерпением ждали долгожданного заселения. Я очень счастлива, рада. Потому что такое событие не у всех происходит в жизни, вот. Но это большое счастье получить квартиру в Одинцовском районе. Квартира – это широкий шаг вообще в будущую жизнь. Это хорошее подспорье для создания семьи, для создания каких-то крепких будущих отношений. Ну, души, конечно, радость, то, что наконец-то получил свою квартиру, свое жилое помещение, с которым можно новые начинания строить. Андрей Иванов на торжественной церемонии лично вручил каждому новоселу ключи от собственного жилья. Он не скрывал чувства радости за ребят. Ведь крыша над головой – это главный вопрос, который стоит перед каждым человеком в первую очередь. И решив его, можно смело шагать дальше по жизненному пути. Учиться, полноценно работать, а главное – обзаводиться своей дружной семьей. Екатерина Старосветская, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».